хуже, чем в 2013-м. Навигация на грани срыва. Вода в реке Лена этим летом упала намного раньше, чем в прошлом году. Сегодня в Усть-Куте остается 30 тысяч тонн технического груза для подразделения акционерной компании «Алроса». Но везут его по крупицам. Обо всем подробнее Олеся Васева. Меняется каждый день, но не в лучшую сторону. Так говорят логисты о ситуации на реке Лена. Долгожданные осадки в Иркутской области полмесяца назад вселили надежду. Груз повезут. Уровень воды с критических 115 сантиметров на лимитирующих перекатах поднялся до обнадеживающих 160. Суда грузили на 50-70%, везли ГСМ и технический груз для компании «Алроса». Привлекали сторонних перевозчиков. Это дороже, но на это не оглядывались. Дело в том, что у компании есть опыт уже, когда незавезенный груз был перевезен зимником. И поэтому затраты, которые компания понесла на зимних перевозках, они несоизмеримы с затратами, которые, возможно, понесем мы при перевозке навигации. Потому что в любом случае речной транспорт считается самым дешевым транспортом. Но он немножечко будет дороже, чем обычно, но все равно это значительно дешевле зимника. Дополнительный флот, повышение уровня воды в реке и новая схема догрузки судов. Ее осуществляет бригада сотрудников Ленского отделения ОМТС на Мандринском плёсе, где установлен плавкран. Все это дало положительный, но временный эффект. На сегодняшний день мы продолжаем организацию работ в этом же русле. Правда, вот последнее время опять ситуация по уровню реки начала возвращаться в то вот прежнее русло. Поэтому мы произвели смену бригады для работы по перевалке грузов на Мандринском плёсе. На складах Усть-Кутского отделения ОМТС сейчас остается груз компании «Алроса». Но это не то количество, чтобы паниковать. В Ленское отделение поступила его большая часть. И речники, и логисты ждут осеннюю дождливую погоду. Тогда груз успеют довести до Ленска. В противном случае его доставка возрастет в цене в 3 раза. Олеся Васева, Михаил Сенаторов, Руслан Кириллов. Телеканал «Алмазный край».